Помощь медикам постепенно поступает. Мы ее получаем. Спасибо вам за вашу заботу. Но самое главное – ваша помощь. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Не толпитесь в аптеках и магазинах. Соблюдайте дистанцию. Помогите нам и себе. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Что это такое забота о медперсонале? Это когда вы сидите дома с семьей и с детьми. Ваша задача – сократить большие нагрузки на нас, врачей. Пожалуйста, оставайтесь дома. Мы не одни. Всему миру грозит опасность, и мы знаем, как решить эту проблему. Пожалуйста, оставайтесь дома. Если ваши руки чистые, и вы их часто моете, то вы нам помогаете. Оставайтесь дома. Я знаю, где находятся мои дети. А вы знаете, где находятся ваши дети? Будьте дома с детьми. Давайте услышим друг друга. Помогите нам в этой борьбе. Оставайтесь, пожалуйста, дома. У нас всегда есть выбор. Если вы решите остаться дома, вы сможете спасти жизни. Вы слышали моих коллег. Это серьезнейший кризис. Убедительная просьба. Оставайтесь дома. Я верю, что вы сможете помочь нам. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Хочу еще раз обратиться к вам. Оставайтесь, пожалуйста, дома.